Хасбула, как в Москве тебе? В Москве очень хорошо. Да? Кайф. Да. Чем занимался? Что, ты из отеля к нам? Или... Кушал, спал, отдыхал. Блин, кушал. Это мой день! Круто. Мой день? Откуда? Я? Да. С Нальчика, брат. Постановка вопроса такая, что я не ответишь, откуда, да? Откуда твой день? А когда не мой день? Даже. Я тебе вопрос задал, откуда как. Да, подошел и ответил. А если кто-то знает, как ответить, чтобы проблем не было. Откуда твой день? Да, он сказал. Откуда день? День откуда? Он сказал, это его день, а ты сказал просто, твой день. Я просто. Встал! Логику вопрос. Там, брат. Черт, Сима, что-то не разговаривает. Все. С тобой не разговаривать. Вот к этому. Этого нефора знаешь? Да я не нефор. Что это? Стоп, что такое? Это рубашка, что такое? Да, рубашка похожа на нефор. Это не мой выбор. Рубашка на нефор. Не мой выбор. Если не однотонная. А зачем лучше? Откуда не твой выбор? А он слабовольный. Слабохарактерный. Великан лох, так сказать. Так. Пацаны, может быть, у вас есть вопросы к Хасбуле? У меня есть вопрос. Ну, да? Только попробуй. Хасбик. Нельзя клубнику. Вопросов больше нет. Так не надо. У меня есть вопрос. Толстый машина, нельзя много холодного. Базар! Нурлан, поэтому давай, заканчивай. Да. Жердяй, блин. Там перед Эль еще много иксов там бить, можно, работаем. Лёх. Все правильно говоришь, ему надо следить за весом. Да. Ты же следишь за весом, правильно? Ты же следишь за весом, правильно? Я? Да. Ну вот он сколько. Он весит. Даже. Не, он весит сколько? Сколько ты весишь? Я? 190? Давай в хасбиках, сколько ты весишь? Сколько в хасбиках ты весишь? Я? Да вот, сколько. Ты один. Хасбик 20 килограмм весишь, примерно. Нет. 18. 19. 19. Так, не тогда? Угадал. Идеальный вес, я считаю. 19? Получается 100 хасбиков около, тебе. Около 8. Нет, получается 10 хасбиков. Представляешь? Да. А как будто немножко. Ну, я считаю, раз уж такая темка пошла. Пацаны, вы думаете, это что, для Хасбула? Нет, это я заказал. Ну, Леш, какие-то вопросы есть? Брат, как клубника тебе? Очень большая. Бомба, это, честно говоря. Она не бомбовая, что ли? Лёх, я вот у тебя, я вижу, у тебя есть вопрос, но я хочу сразу отметить, что Хасбула очень близкий человек к Хабибу. Подожди, это который ягода малинка? Нет! Не тот?